Кирове на улице Воровского расстреляли иномарку Nissan. ЧП произошло утром 25 мая. Напротив областной больницы девушка-водитель услышала резкий хлопок. Как выяснилось, кто-то выстрелил и насквозь пробил кузов кроссовера. Подробности этой истории в рубрике «Сводка». Выстрел произошел в водительскую сторону. Девушка была в шоке. Несколько минут назад она высадила с заднего сиденья свою дочь, а потом именно туда прилетела пуля. Она пробила кузов автомобиля и осталась под обшивкой. По словам девушки, судя по отверстию, это был боеприпас калибра 9 мм. Впрочем, детали установят полицейские, когда в автосервисе будет вскрыта обшивка и изъят сам патрон. Стреляли со стороны торговых центров «Европейский» и «Росинка». В этом квадрате сотрудники полиции должны были проверить владельцев оружия. Предположительно, выстрел был произведен из пистолета или охотничьего ружья. Личные мотивы водитель Ниссана отрицает, а значит, это чья-то шалость. В Кирове разыскивают криминальную парочку. Девушка и молодой человек украли две кофточки. Судя по видео, сработали злоумышленники быстро, также быстро они скрылись. Владелец магазина оценил ущерб в 5000 рублей и предложил добровольно оплатить товар, а потом обратился в полицию. Любителя духов разыскивают продавцы супермаркета косметики и парфюмерии. Молодой человек на фото украл два флакона дорогих духов. Сотрудники магазина написали заявление в полицию. Если вы узнали человека на фото, звоните по телефону 102. Михаил Вагин, место происшествия.